Мэм, здесь написано, что вы родились в 1908. Значит, вам сейчас 45 лет? Выходит, да. Адалин Мари Боуман появилась на свет 1 января 1908 года. Много лет спустя она завела свою семью. Но холодной зимней ночью 1935-го жизнь Адалин переменилась навсегда. В ту ночь произошло нечто невероятное. Можно сказать, даже магическое. С той самой ночи Адалин оставалась неподвластна течению времени. Она больше не старилась ни на один день. Я бы хотел задать вам пару вопросов, мисс Боуман. В следующую нашу встречу я буду другим человеком. Но я навсегда останусь твоей мамой, а ты моей дочерью. С днем рождения, мама. Вы очень похожи на мою старую знакомую. Мы были очень близки. Тебе, наверное, ужасно одиноко. Когда ты не можешь стариться вместе с любимым, это лишь разочарование. Меня зовут Элис. Рад познакомиться. Я вас провожу. Благодарю, но я справлюсь. Стойте. Как мне вас найти? С первой нашей встречи я понял, что это судьба. Я не представлял, как или когда, но знал, что мы снова встретимся. Как такое возможно? У тебя была долгая жизнь, но ты не жила. Я, наверное, не умею. Скажи мне что-нибудь, чего я никогда не смогу забыть. Отпусти. Я так долго убегала, Адалин, что уже не могу остановиться.